Здравствуйте, уважаемые друзья. Продолжаю свои короткие выпуски «Эзотерические ответы» от Андрея Дуйко. Сегодня у нас третий ответ, и сегодня у нас среда. 13 октября 2021 года. Прямо сегодня утром я смотрел видео Садхгуру, где ему задают вопрос. И ему задают вопрос, он приблизительно звучит так. А что же будет, если все люди вдруг в один момент станут хорошими, добрыми, у них закончится мотивация, они не захотят ни к чему стремиться? Ну и он начал ответ свой давать, я с этим могу соглашаться или нет, я хочу дать свой ответ. Смотрите, человек, который задает такой вопрос, думает, что мир движется, и все, что в мире происходит, связано с тем, что человек создает для себя плохую мотивацию или хорошую, или создает плохие поступки или хорошие. То есть он говорит, что в случае, если все станут добрыми, станут теплыми, станут милосердными, то в этом мире люди ничего не захотят. Он путает. Дело в том, что мир устроен по принципу конкуренции. Сейчас по принципу конкуренции и выживаемости. То есть людям необходимо выживать. И они из-за этого становятся такими людьми, которые могут нахамить, которые могут толкнуть, которые могут злиться, если что-то не получается. Их можно понять, они выживают. Но в случае, если мир изменится и все люди станут хорошими, как сказал этот человек, то конкуренция изменится. То есть конкуренция, она все равно будет, но уже в сторону духовности. То есть люди будут конкурировать за тем, чтобы быть более добрым, чтобы для кого-то сделать еще больше хороших дел, для того, чтобы быть более милосердными, для того, чтобы помогать бедным и так далее. Таким образом, физическая конкуренция, она может измениться и переключиться на духовную конкуренцию. Но слово «конкуренция» никто никогда не уберет. Это является мотивом для жизни людей на Земле. Люди могут жить на Земле ради конкуренции физической, ради выживаемости или выживания, или духовной, ради того, чтобы больше заработать для себя или поставить плюсиков в свою карму. Эзотерический совет этого дня звучит так. А вы знаете, что суббота и четверг являются очень важными днями для эзотерики? Очень давно, много лет назад, я заметил, что суббота очень особенный день. Если проснуться в субботу и на протяжении всей субботы принимать все, что дает тебе среда и четверг. Если проснуться в четверг и принимать все, что дает четверг, то очень много в жизни может измениться на протяжении недели. Что это обозначает? Если кто-то ругается на тебя, необходимо принять. В случае, если кто-то злится на тебя, принять. Не бороться, а просто принять радостно. Почему? Я думаю, что среда, она связана с понятием сретения. А сретение – это удивление при появлении Бога. Таким образом, среда является элементом, когда человек может относиться к дню, как будто он относится к появлению чего-то божественного в его жизни, как будто он живет последний раз в своей жизни. При этом он это делает абсолютно радостно. Если это делать в среду, то вся следующая неделя до среды будет прекрасной, радостной, веселой, такой искренней, теплой. Это время, когда можно что-то изменить. Ну и четверг чистый. Почему он называется чистым? Если в среду вам что-то не понравилось и вы совершили какой-либо поступок, то в четверг можно совершить пост и сказать себе или дать обещание, что клянусь больше так не делать. И появятся силы для того, чтобы этого не делать в дальнейшем жизни. В четверг можно перед сном, когда ложитесь, сказать: клянусь сегодняшнего дня не принимать алкоголь, или клянусь сегодняшнего дня не курить там сигареты. И в случае, если вы это сделаете в четверг или будете делать каждый четверг, то очень быстро сможете избавиться от вредной привычки или от какого-то мешающего вам качества. С вами был Андрей Дуйко. Подписывайтесь на мой канал.